Уже завтра нардепы должны утвердить главную смету страны на следующий год. Для правительства это сейчас важнейший вопрос, заявил премьер Владимир Гройсман. Но не госбюджетом единым. Что нового сегодня приняли на заседании Кабмина, знает Любовь Кукла. Заседание Кабинета министров началось с поздравлений. Премьер благодарил военных, ведь сегодня в Украине отмечают День вооруженных сил. Украинскую армию Гройсман назвал одной из сильнейших в Европе. Мы маємо не тільки шанувати і поважати українських героїв, воїнів, які захищають нашу рідну землю, які дають можливість нам проводити необхідні зміни, але ми завжди маємо так працювати і так жити, щоб нам не соромно було дивитись в вічі українським воїнам. От лирики сразу же перешли к решению насущных вопросов. Главной темой был госбюджет. Завтра его должны рассмотреть в Верховной Раде. Поэтому Гройсман в очередной раз обратился к нардепам с надеждой, что они дружно нажмут на кнопки и не растянут процесс до новогодних праздников. От завтрашнего решения зависит, как мы проживем наступный год. Я бы очень просил сегодня разглянуть все необходимые решения для того, чтобы завтра, буквально с начала рабочего дня украинского парламента, мы мали возможность абсолютно четко принять решение и дать четкий сигнал до каждого населенного пункта страны про абсолютно стабильную финансовую ситуацию нашей державы. Но не планами едиными. Говорили и о достижениях, в частности, о борьбе с рейдерством. Нам было розглянуто 491 звернення, из них 136 стосувалися безпосередніх фактів рейдерства. За цей період вже було порушено 17 кримінальних справ за цими фактами. Дуже важливо, щоб кожен рейдер знав наше гасло обличчям в підлогу. Оце саме головне, має всіх абсолютно повністю зупиняти. Позарився на чуже, отримаєш одразу миттєву реакцію національної поліції. А еще сегодня в Кабмине приняли документ, который меняет правила регистрации земли в Украине. По заверениям правительства, это позволит уменьшить количество случаев рейдерства земельными наделами, а также исключит пресловутую двойную аренду участков. Любовь Кукла и Сергей Келимник. Подробности. Телеканал Интер.